До республиканской доброчинной акции «Наши дети» долучилась областная дзяржаўтаінспекция. Напередодні Нового года кіраўніцтва и супрацовники ДАИ наведали городский центр социального обслуговывания семьи и детей. Представники ведомства повиншавали выхаванцев и работников установы с надыходящим святом. Дед Мороз и Снягурка, ролю яких выконали супрацовники ДАИ, водили с детьми карагоды и уручали подарунки за творчие нумары. Никто не застався без уваги. Дарэчы, дзяржаўтаінспекция шефствует над этой установой и наведывая яе выхаванцев на усе святы. Госавтоинспекция Гомельской области ежегодно, уже традиционно работает с детьми, дарим детям новогодние подарки, но и не только, а также новогоднее настроение. Проводим акции, мероприятия, вот как и здесь, сегодня.